Приветствую, друзья! Сейчас я вам расскажу и покажу, как дать рекламу в сервисе от Core, ядро, то есть ядерный букс. Меня зовут Ирина Маркелова Агапова. Покажу, как дать баннер. Вы здесь регистрируетесь. Вот смотрите, например, смотрим YouTube обзоры. Вот здесь много цифр, значит, здесь будут хорошо смотреть ваш баннер. Или выполнение заданий. Вот, нажимаем, вот 905, то есть самое проходимое место. Но здесь все места заняты, видите, написано. Значит, YouTube обзоры. Обязательно вам надо будет авторизоваться через YouTube. И нажимаем, вот здесь написано adslot.ru. Свободно 5 из 8 мест. Цена за неделю 150 рублей. Нажимаем сюда. Нас перекидывает на сервис adslot. И вам нужно здесь тоже зарегистрироваться. Я уже зарегистрирована, поэтому я нажимаю вход и авторизую здесь. Вот, я здесь авторизовалась. И теперь нам нужно дать баннер 728 на 90 размер, 150 рублей в неделю. И здесь мы можем смотреть, сколько человек его посмотрели, сколько человек кликнули. Для этого нам нужна будет авторизация в AdSlot. Здесь мы пишем адрес сайта. Вот моя партнерская ссылочка. Копируем партнерскую ссылку, адрес сайта вводим сюда, срок размещения 1 неделя и файл баннера. И ищем наш баннер, который мы заранее должны скачать. Смотрите, как скачать баннер. Вот, нажимаем 728 на 90, правой кнопкой мыши нажимаем сохранить как. И сохраняем, к примеру, на рабочем столе. Здесь пишем, обзываем как-нибудь его цунами. И сохранить. И теперь вот здесь вот мы указываем ссылку или загружаем баннер. И ищем. Вот у нас гифка 728 на 90. Цунами. Гиф. Открыть. 1 неделя. 150 рублей. Нажимаем далее. Нажимаю далее. Вот. Можно через Яндекс. Деньги. Пайер. Мегакасса. Рекламный баланс. Так. У меня на Яндекс деньги тоже есть денежка. Кстати, в некоторых буксах половину стоимости вы можете оплатить Яндекс бонусами. Нажимаю продолжить. Нет, здесь бонусами нельзя. Нажимаю заплатить. Все, я отправила перевод. Нажимаем вернуться на сайт. Теперь нажимаем здесь рекламодатель. Вот моя оплата прошла через Яндекс деньги. Нажимаем рекламодатель. И здесь мы можем отслеживать свои купленные баннеры. Нажимаем «Купленные баннеры». Вот здесь вот мы можем видеть, сколько переходов по ним было. И зайдем в ядерный букс и посмотрим, как выглядит наш баннер. Обновим страницу. Мы тут не одни, поэтому баннеров несколько. Свободно 5 из 8 мест. Будем обновлять, пока не найдем наш баннер. Все, вот наш баннер. Смотрим. Вот такой анимированный. Проверяем. Кликаем по ссылочке, чтобы вел под меня. Все нормально. Все, теперь он будет здесь светиться у нас за 150 рублей целую неделю. На этом я заканчиваю. Всем пока.